дорогие, вы на канале Блондинка Жарит, и сегодня я буду готовить печеньки для людей, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта и кишечника. Погнали готовить! Для овсяного печенья для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нам понадобится пюре. Любое, можно брать пюрешку. И овсяные хлопья. Их я буду перемалывать в кофемолке. Пюре из чернослива я сюда уже вылила. Теперь я высыпаю овсяные хлопья перемолотые и хорошенько перемешиваю. Вот такая консистенция должна получиться. Но мы еще настаиваем ее несколько минут. Масса у нас уже готова, настоялась. Теперь я на пергамент выкладываю наши печеньки. Вот так вот я наши печеньки выложила. И отправляю их в духовку запекать. 180 градусов, около 30 минут будет где-то запекаться. А далее посмотрим, что получилось. Еще одно печенье для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Нам понадобится сахарная пудра, я ее сейчас измельчу, мука и вода. Сахарную пудру я измельчила, теперь сюда засыпаю муку. Делаю все на глаз, но муки где-то в два раза больше, чем сахарной пудры, а может быть даже и в три. Теперь заливаю водой. И вымешиваю тесто консистенции сметаны. Используем миксер, чтобы получить однородную консистенцию теста. Теперь это тесто выкладываю на пергамент. Печеньки я выложила, теперь их осталось только запечь. Такие печеньки получились, они уже испеклись. Дорогие мои, если вам нравится формат такого видео, ставьте мне лайки, подписывайтесь на меня, комментируйте, пишите в комментариях, что снимать, о чем снимать. Я с вами прощаюсь. Пока-пока-пока-пока-пока.